Всем привет! Вы на канале CryptoBoom. Здесь мы разговариваем о мире криптовалюты, о новых технологиях, ISO, IO, DeFi и о многом другом. Сегодня продолжим разговаривать о такой компании, как RELX. В прошлой части мы ознакомились, что такое RELX, чем занимаются. В этой поговорим более подробно. Данная компания, такие преимущества, то что данная платформа построена на блокчейне Binance, Binance Smart Chain. Это также расширенная система безопасности, мультивалютные монеты, внутренний обмен, фонд безопасности и сотрудничество с арбитражем. Если мы перейдем на сайт, то мы можем увидеть, что данный токен уже торгуется на PancakeSwap, BakerySwap, Pinebox, CoinRanking, и можем посмотреть информацию о данном токене на CoinGecko, уже залистили. Давайте перейдем и посмотрим. Вот CoinGecko, токен Real L-Servers, токен RELX. Как мы можем наблюдать, на текущий момент цена составляет уже $4.14. Обменять, продать, как я уже говорил, мы можем на панкейке. Давайте покажу, как это сделать. Приходим вот сам сайт pancakeswap.finance, не путаем. Переходим в раздел Exchange. И здесь мы можем или добавить ликвидность и получать из-за этого вознаграждение, или обменять токены. Давайте просто для обмена смотрим, есть ли данный токен уже. Пишем Real. Как мы видим, данного токена нет. Чтобы он появился, нам необходимо перейти на сайт, скопировать адрес контракта данного токена обязательно. Не путаем никакой другой, чужой, и вставить. Как мы видим, добавляется, появился токен RELX. Нажимаем добавить и выбираем. И выбираем, на какую монету мы хотим поменять. Давайте, чтобы было наглядно, выберем DAI, стейблкоин. Пишем количество 1. И видим реальную стоимость данной монеты. То есть на данный момент 0 долларов 89 центов. А на CoinGecko показывает $4.14. Но примечание, что было обновление 15 дней назад. То есть данная информация неправильная. Разблокируем кошелек. Подтверждаем. Выбираем MetaMask, Trust Wallet, какой вам более удобный. Ну, у меня на балансе нету данных токенов пока что. А если у кого-то есть, открываем данный токен, подтверждаем транзакцию. Но главное не забыть переключиться на сеть Binance Smart Chain. Все настройки можете даже поставить на паузу, переписать. Сейчас я покажу, как она выглядит. Выбираем BSC и внимательно переписываем, заполняем все эти поля, как у меня на видео. И все. После этого вам сразу появятся токены на кошельке. На этом видео закончим. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал, на мой телеграм-канал. Все ссылки я оставлю в описании под видео. Всем спасибо, всем пока.